Всем привет! Вот сняли несколько сигналок попробовать виноград. Ну теперь уже сорт знаем, как называется. Называется он изумруд таежный. Он распространен у нас на ДВ. И в общем он такой, скажем, сладкий. Сладкий, когда созреет как следует. А изначально он так немного кисло-сладкий как бы. Но сейчас вот он у меня сладкий. И я сорвал 4 штучки, хочу взвешать. Посмотрим, сколько он весит. Она сама по себе гроздь такая небольшая, цилиндрической формы. Ну, немного под конус. Там у меня одна висит еще такая. Там ягоды покрупнее висят. Потом еще сниму, взвешу. И хочу посмотреть вот этот виноград. Чем хорош, он зимует под легким укрытием. Больных ягод я на нем не видел. Ну, естественно, я провожу обработки профилактические. Смотрите, обработки также на моем канале. Для этого есть отдельный плейлист. Я поставлю его в конечную заставку. Виноград, обработки, уход. Итак, положим, смотрим. Не включил. Кладем. Весят сигналочки всего это 181 грамм. А он, по-моему, и в интернете описывался как-то до 300 грамм, что-то такое. Ну, я еще посмотрю потом. Давайте закинем все 4 и посмотрим, сколько будет вешать 4 грозди. Четыре грозди весят 656 грамм. Вот такая кучка сладкой ягоды. Она с костями. На вкус сладкая. Чуть-чуть есть кислинка. На этом заканчиваю свой краткий обзор. Спасибо всем за внимание. С вами был Александр, клуб садоводов Хабаровск. Всем пока!